Всем привет! Продолжаем путешествовать. Занесло нас в город Верону, Италия. Хочу показать вам Арена ди Верона. Это название, под которым известен античный римский амфитеатр, который построен около 30-го года нашей эры. Расположен на площади Пьяцца Бра. Является всемирно известной концертной площадкой. Да, действительно, здесь проходят различные концерты. Вот когда я был, здесь тоже была подготовка к концерту к опере «Аида». Цены колеблются от 3 до 22, вот то, что я знаю, но, видимо, еще и выше рублей. Вот, он третий по размеру аналогичных римских построек после Колизея и амфитеатров Санта-Мария-Капуа-Витери и одно из наиболее хорошо сохранившихся сооружений подобного типа. Включен в число памятников всемирного наследия. Ну, собственно говоря, вот и все. Ступени, по которым ходили люди еще там 100 лет назад, конечно, это вдохновляет. Но, если честно, у меня всегда возникало такое чувство внутреннего трепета, может быть, когда ты ходишь по ступеням, по которым ходили, ну, возможно, даже императоры. Это же вообще супер. Представляете, какая старина 30-е, что трудно представить. Амфитеатр известен своими оперными и концертными постановками. Принимает в год до 600 тысяч зрителей. Исключительная акустика, действительно, я попробовал. Вот. Обычно в год, в период с июня по август, проводятся 4 сценические постановки. Кстати, здесь состоялся дебют Марии Каллас, спевшей в 1947 году. Вот все, что вам хотел показать, чтобы быть в теме. Все, всем пока, всем привет, до скорых встреч, до свидания.